О том, что спорт – это жизнь, знают не понаслышке гости второй по счету встречи в рамках акции «Содружество пяти колец». В арсенале каждого высокие достижения и награды в этой области. Мастер спорта международного класса, победитель Кубков мира и Европы, участник летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее по спортивной ходьбе Андрей Макаров. Сегодня довольно успешен в тренерской деятельности. Свой опыт он применяет при подготовке молодежи к соревнованиям, воспитывает в подрастающем поколении здоровый дух и желание двигаться к поставленной цели. Людмила Филимонова тоже работает с детьми. Брещенко в 1996 году выступала на летних Олимпийских играх в Атланте, соревновалась в метании диска. Кумир для многих, она с огромным энтузиазмом подходит к тренерской деятельности. Считает, что чемпионами могут стать единицы, но спортом обязаны заниматься все. Если кто-то уже захотел заниматься спортом, он занимается, и занимается активно и профессионально. Но есть дети, которые по силу своих обстоятельств ленятся. Лень. Но опять-таки школьники задают очень много и очень много уходит времени на выполнение домашнего задания. А на спорт остается мало времени. Если мы тренировались каждый день, то сейчас детки тренируются 2-3 раза в день. Тренера стараются, чтобы больше детей активизировать, чтобы их больше, приурочить именно к спорту, чтобы занимались не обязательно там метанием, пускай бега, прыжки, не обязательно легкая атлетика, чтобы именно занимались спортом. Пускай даже на таком, на маленьком уровне, а уже таланты, они обязательно пробьются вперед. Организаторы акции подарили детям уникальную возможность открыть для себя людей, чьи именно навсегда остались в истории. Ребята не упустили шанса поинтересоваться у спортсменов о первых шагах в их карьере, о том, как давались победы на соревнованиях, об опыте участия в Олимпийских играх. Брестские звезды с удовольствием отвечали на вопросы. Встречи с молодежью для них – способ на своем примере доказать, что спорт подвластен каждому, кто знает, чего хочет. Они будут знать, что, оказывается, есть это, что-то есть, что не просто так, что это, что вот такие люди простые, как мы, здесь же рядом, то есть они, и в их руках все, то есть надо стоит захотеть это делать, просто для меня это вот как-то кажется так, потому что я вот был такой же, как они, и меня сподвигло знание того, что есть люди такие, которых они вот добились этого, то есть я могу этого добиться. Мероприятия в рамках акции «Содружество пяти колец» нашли отклик у ребят. Живое общение, просмотр фильма о легендах спорта и достижениях Брещины, выставки литературы из фонда библиотеки, знакомство с так называемой олимпийской кухней оставили массу впечатлений у молодежи. Акции – это очень интересная форма работы, потому что помимо какой-то информации, которую они получают от нас, так сказать, координаторов этого мероприятия, представительства Брестской области, областной библиотеки, идет живой разговор с легендами белорусского спорта. Идет живой заинтересованный диалог между залом и спортсменами. Наши спортсмены – это пример того, что благодаря труду, огромному труду, наши белорусы, наши простые граждане Брещины смогли завоевать такие прекрасные результаты в спорте, да и в жизни тоже. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.